Что может быть лучше классического ZXC 1 на 1? Конечно же, получить призы за победу в таком поединке. Сделать это можно по ссылке в описании в новом временном Dota режиме Mid Battle. Просто попади кайлом и получи один из миллионов призов. Попытки можно получить раз в час абсолютно бесплатно. Также, перейдя по специальной ссылке, зрители канала получат особый ZXC Battle Pass бесплатно, а не за 800 рублей. Пройдя 60 квестов в этом Battle Pass, ты получишь либо вот эти шикарные плечи на SF, либо ДК-хук, тут выбирай сам. Ссылка на все это добро будет лежать в описании, и там же в описании будет промокод, который сейчас на экране, с ним ты получишь 15% к балансу и бесплатную попытку в мид-батле. Смотрю, 5 бюромастеров, открываю вас игру. Драмы купленные. Ну, я так смекнул, жал точно в ультимейте. Пишу, братишка, братанчик, помоги. Смотри, как в ульте бремастера жать драмы. Чел пишет, иди нахуй, я этой фишкой инт выиграю. Я ему пишу, уже в пабе. Я ему пишу, мужик, в пабе уже делают. Расскажи, пожалуйста, спирит, хотим выиграть связочку. Он говорит, нет. И все, конец дела. Теперь он так жизнь ебаная крыса. Делайте выводы, с кем общаетесь. Все, ты видишь, все хорошо закончилось. Драма в ульте панды. Нам нужно забиндить кнопку выбора союзника на тот слот, где мы расположены в этой панели верхней. То есть я ставлю бинд на первый слот, жму эту кнопку и нажимаю барабаны мышкой. И они работают. Также можно нажать шиву. Хотят в спину зайти Mad Games, посмотрим, что же будет дальше. Миро встречают его. Doom не вешает, он на себя в итоге повесил Lotus. Шторм неплохо там залетел. Айнкрат убивает двоих. Где антимаг вообще? Он просто он стоит. Он фоткает! Он просто, он реально, я не преувеличиваю, он стоял всю эту Да драку, я понимаю, я смотрю, драка идет, а где антимаг-то? Он фоткает. Он просто там все это, по долакрите стоял и смотрел такой. Как же охуенно. Как же они, настоящие мужики в форме. Бля, как же они хуярятся-то? Ай! What am I watching? Так, что там, Илюхи? Он, так он же проебал. Я уже заебался. Кажется, я просто буду бить. Ты чё, блять, а ну-ка? Ой, бляха. А почему не щит, брат? Нахуй мне. Ой, разлил. Слушай, бля, мужик, серьезно, если это случится, я и выучу слова, и спою, блядь, и Серегу нахуй приглашу. Придется, конечно, без звука слушать потом, но тем не менее. Хотя мог бы. Хит хим? Я полечу с базы, и что? Байна, наверное, ёбну, как лестниц. Поэтому тут КБ нажал. Хелп! Ладно, проебали. Чувак реально очень круто играет. Кто вообще заскаутил его, где его взяли? Как тебе его никнейм? Ну, никнейм супер. Да, то есть у него никнейм Фаби реально банан, yeah, тоже неплохой. Играю пап, смотрю, реально банан форму набрал. Три раза где-то за два дня 20-0 побегал в пабе. И потом я смотрел, он на D2CL там еще за чувачков играл, тоже нормально фармил. И решили его потестить. То есть ты нашел этого чела, правильно? Да, и там как ситуация? Мы каких-то кандидатов выбирали. Короче, играем, и выходит, что уже месяц не играем, и до второго не дошли.
Я начинал стримить просто только ради этого дня. Вот все стримы до этого на протяжении 10 лет была полная хуйня. Это самый охуевший стрим, который был за все время. Просто, типа, лучше этого стрима просто не было, блядь. Я отвечаю. A few moments later. Way to the citadel to prepare to arrange that day when I sit up there. Campaign for a change, to win a fair. I persuade the state, but I didn't care. Defamed by the fake news as a joke. Juggling Rick, don't know how I'ma go for the throws when I'm pouring in votes. The more I coast, and my manager getting cut short. Tried assassinating my ass, cast him out to space with the trash. Then the shadow council collapsed. I eradicated.